что вы совершили? Я совершил, вынес банкомат с магнита, сломал его и раздал деньги людям. А кому вы раздали? А походу, бабушкам и детям. Этот Робин Гуд вместе со своим товарищем средь бела дня украли терминал оплаты в одном из продуктовых супермаркетов Солнечногорска. Джекпот, правда, оказался небольшим, всего 5000 рублей. Я была за кассой, отпускала покупателей. Услышала шум, обернулась. Двое нетрезвых людей мужского пола дернули бы этот терминал. И взяли и потащили. В принципе, все, что я видела. Сотрудники магазина незамедлительно обратились в полицию. На место происшествия выехал экипаж группы задержания. В кратчайшие сроки злоумышленников поймали. Мотив их преступления неизвестен. В настоящее время по данному факту проводится проверка. По результатам будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Екатерина Косевич, Петр Васильев. Наше время.